Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Андрей ТВ, и сегодня я буду рассказывать, что можно добавить в 2.3 и что надо исправить в 2.2. Ну, а перед тем, как мы начнем, пожалуйста, поставь лайк и подпишись. Ну, я сейчас вам покажу, какой я баг нашел, когда играл в 2.2. Смотрите. Как вы видите, я захожу в мой уровень, и когда я залетаю вверх на портал, моя волна начинает искривляться. Вот, вы можете посмотреть. Она начинает кривиться. Да, ребят, я не знаю, что это за баг, так что, пожалуйста, Роб, можешь пофиксить это. Еще, когда ты играешь в Dash, если ты там перепрыгнешь, перелетишь синий орб, сейчас я вам покажу какой. Вот, если вот этот орб перелететь, то камера все равно передвижется у тебя на порталы. Ну, продолжим. Что же можно... Какие же баги еще есть? Я пока что никаких багов не обнаружил больше. Перейдем к 2.3. Что же можно добавить в 2.3? В 2.3 можно добавить новую сложность. Новую сложность, допустим, там Slaughterhouse не может тянуть на Extreme Demon. Можно добавить Impossible Demon. А после Impossible Demon может идти, допустим, там Ultra Demon. Еще Роб нам обещал выпустить новый... Короче, в 2.3 он обещал выпустить робота на платформер. Своего, который будет только на платформере. Что еще можно добавить? Можно сменить иконку игры. Потому что многим она уже серьезно надоела. Она не изменяется уже 10 лет. Что же еще можно добавить? Можно добавить новый уровень по типу нового демона или изи уровня, потому что изи уровень у нас только один. Допустим, там добавить какую-нибудь тайм-машин V2 и сделать это хард-демоном. Да. Что же еще можно добавить? Если у Роба что-то получится, то я хочу, чтобы он добавил античит. Потому что очень много читеров развелось. Еще я хочу, чтобы можно было менять шрифт на уровнях. Не в уровнях прям, а в официальных уровнях. Это было бы намного интереснее и добавить какую-нибудь новую монетку. Потому что серебряная, золотая и бронзовая всем надоели. Вот эти золотые. Можно добавить такую же монетку с такой же текстурой, только синюю. Допустим, когда ты соберешь таких 10 монеток, они будут, наверное, прятаться в оцененных демонах. И когда ты накопишь 10, тебе откроется экстрим демон от самого роптопа. У меня вот такая идея есть. Да, а еще я хочу, чтобы добавили новую палитру цветов. Допустим, там можно будет их смешивать. Допустим, там за 5 серебряных монеток можно открыть смешивание. И можно за 5000 арбоз смешать 2 цвета или 3. Еще хочу, чтобы добавили, допустим, ходящую пчелку как паук. Мне почему-то это очень идея нравится. И какого-нибудь миленького динозавра в качестве робота. Еще хочется, чтобы сделали новый портал. Фиолетовый. Это для гравитации. Он будет делать рандомную гравитацию. Допустим, вниз. Или вообще будет смещать тебя на стену. Там можно будет выставить. Я хочу, чтобы еще поменяли модельки у порталов. А то они уже как-то поднадоели. Еще надо сделать нормальный... Ну, как это сказать... Я это сформулировал, нормальные уровни, потому что некоторые уровни фактически невозможны. Пусть он просто их удалит. А еще я хочу, чтобы поменяли звезды у авто. У оцененных авто должно быть 0 звезд, а то существует примерно 600 оцененных авто. Если их пройти, то ты получишь просто по фулу 600 звезд. Я хочу, чтобы Роб это исправил и сделал 0 звезд, потому что, ну, серьезно, это нечестно будет. Нафармил себе 600 звезд просто из ничего.
я не разбираюсь в многих триггерах, но я хочу сделать так, чтобы был триггер, у которого можно было делать, типа, открывается телевизор, и там можно было делать, типа, уровень свой мини. Если вы все мои идеи поддерживаете, то поставьте лайк, подпишитесь. Но на этом еще не все. Хочется, чтобы сделал Роб какой-нибудь, сделал какой-нибудь, допустим, там свой официальный, допустим, там, как я говорил, экстрим демон, но только то есть он его выложил бы нигде. Официальные все уровни, там Stereo Madness, Back on Track, типа где могут все игроки выкладывать. Или пусть он хотя бы сделает чат в Geometry Dash. Допустим, там группу можно создавать, и там можно, типа, звонить друг другу по ID. Как вам такая идея? Ну, на этом у меня все. С вами был Яндель ТВ. Всем пока.